Рота і норавірусы. Па выніках лабараторных даследаванняў у навучэнцы гомельскай школы нумар 37, у якіх на мінулым тыдні выявілі прыкметы харчовага атручвання, заразіліся кішачнымі інфекцыямі. З харчаваннем у школьнай сталовай пагаршэнне самаадчування дзяцей не звязана. Нагадаем, амаль тыдзень таму трое вучняў школы экстрана звярнуліся за дапамогай да медыкаў. Дыягназ – востры гастраэнтэрыт. Дваіх навучэнцаў шпіталізавалі ў стане сярэдняй цяжкасці, адзін школьнік лячыўся амбулаторна. Потым яшчэ ў 15 вучняў выявілі прыкметы кішачнай інфекцыі. Комплексная праверка ўстанавіла рэальныя прычыны недамагання дзяцей. По результатам бактериологических, вирусологических исследований, как продуктов питания, так и воды в школьной столовой, все результаты были отрицательные. Поэтому можно сделать выводы, что ухудшение самочувствия детей не связано с питанием в школьной столовой. Хотелось бы обратить внимание наших телезрителей, что в настоящее время наступает сезон заболеваемости кишечными вирусами. Это такими, как рота, норовирусы. Поэтому особое внимание нужно обратить на соблюдение правил личной гигиены, потому что эти вирусы очень контагиозны и хорошо передаются контактно-бытовым путем.